За водичкой, ребятушки. Объявляю. За грибами. Это мне русский рок. Да, нужно отстояться. Тут всякие бактерии. Просто расстановочка будет сейчас, Сега. Это все только начинается, ребят. Сейчас я захочу, чтобы он не трогался. Это еще только начало. Перед записью. Мятного. Не помешает. Причем чаек с мятой. Пена какая-то хуй. Следующий будем делать из листьев смородины. Причем чаи всякие разные можно на даче делать. Вообще, какова наша сегодняшняя концепция к творчеству? Побухать, поспать. Скажи, что похавать и поехать домой. Почему бы нам еще чайку не попить? Такой кофеек даже с пенкой чуть-чуть. Просто именно летом... Сарай! Непокрытый салон. 2011 года, это пиво мы любим. Не, вообще, насчет сарая не покажем. Просто в кризисные времена выбирать не приходится. Вот как бы приступаем мы к записи. Начинаем сегодня вот с песни. Ну, потом узнаете, какой. Да, я готов. Микрофон прикалывает. Заря, редким светом озаря, нерв флага корабля. Помнишь первые стихи, непрощенные грехи. Так же были мы лихи, и до рая далеки. В то же время так легки, блики машущие руки, аккуратные мягкие. Итак, вы помните, когда я говорил о том, что мы уже начинаем записывать, короче? Так вот, вот и посмотрите, сколько уже прошло времени, а мы еще нифига не записали, потому что какая-то лажа, там, что-то тупит, там что-то отходит постоянно, какая-нибудь херня. Вот уже что-то крок репает, вроде там ничего не отходит. Ну, наверное, скоро мы уже начнем. Короче.
просто так. Ветер дует между домов, все стрелки вверх. Ни к чему потоки слов, чего там большего я жду от тебя. Ни капли меньше, все за счет сентября. Нет причины целиться в стеклянное небо. Продырявив пулями пути для дождей. Новенькое шоу для мира, лишившегося новых идей. Индикатор горит, он подключил. Сарай! Я читаю тебе. Бля, что? Воды как-то. Дофига. Может, дофига воды или нет? Действительно. Кто шкурит на Купании, ребят? Втором отсеке. Вот это? Да. 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 Да, это было столько времени. Обратно. Возвращаемся к балету, который начали писать еще в начале сегодняшнего дня. Так, если я сюда всуну, я не ошибусь. Нет. Может, какой-нибудь маникюр такой сделать. Сейчас должен сделать метроном. Вот, короче, наступило утро следующего дня. Вот. Ну, первый проснулся я. Потом Крок. Кому это интересно? И вот уже... Голос из покрывала. Паштетом иди, говорю. Нет. Иди. Бля, он охуел вообще. Журналюха. Иди за паштетом. Итак, один день записи подошел к концу. И вот прошла полностью запись гитары. Сейчас 6 утра. Ребята восстанавливаются.
Донец. Сейчас, чтоб я целый пакет. Закрой руками солнце, создай себе тень. Погоня за модой, прыжок через время. Наблюдай за происходящим со стороны. Через щель обрисованы о подробности. На тебя подвяжут за нитки, будут дернуть когда нужно. Скажешь, что нельзя, а что, наверное, можно. Шо там? Прочитай по губам все мысли. Это же любопытно всем. Между небом и землей зависли и остались где-то насовсем. Прочитай по губам, прочитай по губам. Прочитай по губам, прочитай по губам. Сейчас я буду петь. Прочитай по губам все мысли. Это же любопытно всем. Между небом и землей зависли и остались где-то насовсем. Прочитай по губам, прочитай по губам. Ах, то, что видишь в своих снах, остается на губах, остается на губах. Остается на губах, остается на губах. То, что видит в своих снах, остается на губах. Что давно чью делают соседи, что у этой пары на уме. По земле бегут дожди, и снег слезает, слезает неохотно просто. Крыш, лавины в дребезги, больно видеть, как их куски блесят на солнце и вольно. Исчезают в пространстве, переполненном с нами, которые как раз таки были и не с нами. Символичные термины, весна и война прозвучали не раз, перевод острому уа-ла-ла. Она не ушла, он один. Она не ушла, он один. Сон приснился ей, он изменил. Сон приснился ей. Песня о любви. Ну, не получилось. Песня о любви. Блядь, все равно минимум фона. Тем более, она когда в миксе будет, она не будет слышать. Будет как обычный рабочий фон. Но не должен. Как бы сейчас вот, блин, вообще доступно не держусь, нормально. Там... Трэш басист, смотрите, доказательство. А он говорит, что не басист, басист. Чи. А кто он еще, если не басист? Да, вот на этом альбоме трэш писал бас. Вот вы услышите. Все лажу, все не надо. Басист. Спасибо.
другому, который тебя опускает. А я люблю другую. Хоть не люблю, но целую. Давайте что-нибудь с Баскова. Ну что там есть?